Праздник продолжается, и под покровом темной ночи группа декораторов пробралась в один из самых красивых молов Дубая и Бан-Батута, чтобы украсить одну из самых больших елок Дубая и осуществить масштабный проект по декорированию. И я приглашаю вас посмотреть, как это было. Ну, ты в смысле имеешь в виду, закрутили, да, да, закрутили, а потом канат? Да, да. А, окей. Да. Красивые девочки нанизывают на скрепочки серебряные шарики. Работа кипит полным ходом. Четко назначенное время прибыли ледяные глыбы, веселые снеговички и северные медведи. Наступает торжественная минута. Мы распаковываем гигантское кресло Санта-Клауса. Thank you.
8 часов утра, работа завершена, и это было очень увлекательно.